конечно, содержание наших мест захоронения. Я думаю, что там наглядные кадры подчеркивают. Тоже здесь, я думаю, что это никаких бюджетных денег не хватит привести кладбище в порядок. Поэтому все-таки там надо перестать мусор. Либо там посты организовывать, как-то дисциплине друг друга мы должны призывать. Тем не менее, в этом году серьезную сумму бюджетных денег мы там вложили. И я думаю, что это даже не начало. Это капля моря, которую удалось сделать. Ранее накопленный объем мусора просто выручающий. Тема есть, я об этом заостряю, говорю. Содержание мест захоронения. Я думаю, что в целом работа тех служб, которые там возглавляют, довольно-таки успешно за прошлый год. О чем бы я хотел подчеркнуть, пока в повестке дня у нас этот вопрос нигде не стоял. Он назрел, безусловно, обустройство аллеи славы для наших участников специальной военной операции, наших героев, которые мы проводили, захоронили. И пока эта работа идет так, в рамках той площадки, которую вы знаете, где идет захоронение, я думаю, что заслуживает того, ребята наши подвиг, что найдем возможность обустроить это